Яночка, сколько у тебя было соревнований в этом году? Когда ты первый выступила раз, второй, третий, какие ты результаты достигла? А сколько раз мне даже сейчас не сосчитать? Москва, Питер, Россия, Прага, Словакия, и Испания, Финляндия. Это восьмые, получается, соревнования. Профессиональных было, вот это третий уже. Правда, один на Мазалане в Словакии. У меня был такой подарочный турнир. Ну, не будем его считать как официальным. Так что это третий турнир. И вот он, ну, счастье. В этом году реально получилось так, что ты два раза проиграла. Да. Ой, я счастлива. Вот сбылась моя мечта. Идиота. Да, но вообще самая главная мечта у меня была попасть все-таки в Лас-Вегас. И вот мне уже второй билет туда подарили. Так что надо готовиться. Мне все так нравится. Мне вообще нравится эта атмосфера. Так что мне любая организация нравится. Я как-то не придирчивый человек. То есть тебе предоставили место для выступления, и ты... Да, и я туда. Так что ничего страшного, если там какие-то есть заминки, задержки. Всегда и везде есть задержки. Вес ты как-то свой меряешь? Нет. Нет, я даже не знаю, сколько сейчас вешу, честно. Смотрю просто в зеркало. Какая форма была лучше всех, по твоему мнению? По моему мнению, это был Словакия, Diamond Cup. То есть та была лучше всех? Да, хотя вот сейчас посмотрю на фотографии эти. Может быть, мне тоже понравится. Да. Как ты определяешь лучшую форму? По цвету волос? Нет, ну мне больше нравится, естественно, по суше, когда у меня тело по суше, когда мышцы более прорисованы. Прорисованы тогда, да? Да. Ну это вот мое личное мнение, да. Ну, красивее. Когда ты выходишь, презентацию делаешь, ты всегда делаешь одно и то же, или что-то меняешь? Нет, у меня чаще так бывает, что я не знаю, что я буду делать. И вот я пока иду, я думаю, как же я буду стоять. Да, но к этому немножко подготовилась получше, хотя все равно не получилось то, что задумывала. Ну вот как-то... Давай передадим привет тем людям, которых ты любишь, уважаешь. Люблю моего тренера Игоря Романова, люблю Екатерину Абрамову. Они делают мою форму. Но Игорь, естественно, это в первую очередь, потому что мы с ним уже работаем лет 10. Спасибо огромное, это твоя победа тоже. И еще впереди много работы. Катенька, мы с ней познакомились недавно. Она меня познакомила с моими спонсорами. Без них, без VP Lab, я бы не участвовала здесь. Не знаю, кого еще. Маме, папе, я не знаю. Ну, маме, это по-любому, естественно. Я просто могу кого-то забыть и не хочу никого забыть. Собаки, кошки. Никиточке, моему сыночку. Спасибо, Яночка. Спасибо вам, да, у меня это немножко не варит голова. Счастья много, эмоций. Конечно. Поедем на Олимпию в Лас-Вегас. С вами был Эст Лавс. Спасибо, Яночка. Спасибо. Меня зовут Кулешов Николай. Давай. Меня зовут Кулешов Николай, я проатлет. Первый старт, первая победа. Первый вопрос. Да. Когда ты удостоился и за что возможности стать проатлетом? В 2015 году я выиграл абсолютную победу в номинации Men's Physique среди любителей. Здесь на пару про-шоу в Москве. Что после этого поменялось, после этой победы для тебя? Ну, конечно, подход. Я уже начал очень серьезно подходить к питанию, именно к тренировкам, потому что тут уже расслабляться нельзя, и нужно показывать новый уровень, потому что болельщики ждут от тебя какого-то результата нового, постоянно прогресса. Ну. В личной жизни все поменялось? Да нет, все отлично, как и было. Ну, пока это сказать, вот ты выиграл сейчас билет в Лас-Вегас на Олимпию, да? Какое у тебя ощущение от того, что ты получил этот билет? Ну, конечно, не верится, потому что сравнивать не с чем. Это первая победа моя в про. То есть ты первый раз в про вышел? Да, и сразу выиграл. Какой красавчик оказался. Ну, не верится. Как-то мне везет на Олимпии. Кто был рядом? Кому ты бы хотел выразить наибольшую... К
Конечно, душевную поддержку. Конечно, это Денис Гусев, который мотивировал всегда и подбадривал меня на протяжении моей любительской карьеры. Он неоднократно всегда говорил мне приятные слова и говорил, над чем работать. И я учитывал его пожелания, да, в дальнейшей подготовке своей. Поэтому, конечно, я хочу сказать Денису спасибо за его теплые слова и мотивацию. Чего только Денис Гусев? Мама, папа, бабушка, собака. Ну, конечно, мои друзья, близкие, родственники, это само собой. Да, вот мои друзья. Там девчоночки. Я больше похожа на подругу. Ну, подруги тоже. Улыбнитесь. Вас снимают. Коля лучше. Да. Ну вот. Им спасибо. Короче, вместе едем на Олимпию. Конечно. За костюмом. Шутка.